назад серия атомных взрывов едва не поставила точку в истории человечества. Всего взорвалось более 100 бомб, каждая в 25 раз мощнее, чем в Хиросиме. В ходе нескольких экспедиций специалисты из НАСА совместно с французскими учеными насчитали более 100 колоссальных воронок, напоминаний о той древней войне. Самая большая находится в Африке, 120 километров в диаметре, и она образована вовсе не упавшим метеоритом. В древних разрушенных городах Индии, Пакистана и Ирландии давно уже ставят в тупик археологов. Доказано, что все их жители погибли в буквальном смысле мгновенно, а их останки до сих пор излучают радиацию. Постройки же выглядят так, словно по ним прошлась ударная волна атомного взрыва. В Мохенджо-Даро, на территории нынешнего Пакистана, дома в районе эпицентра взрыва и вовсе сплавлены между собой. Он вызвал к действию совсем неотразимое, даже богами. Опаляемые сильным жаром земные существа сбегали в страхе, тяжело дыша. Враги падали, словно деревья, сожженные яростным огнем. И потомки колесниц падали там и сям тысячами. Древнеиндийский эпос Махабхарата. Эти слова были написаны почти 4000 лет назад. Индийский эпос описывает гибель харапской цивилизации и ее столицы Мохенджо-Даро от непонятного оружия огромной разрушительной силы, удивительным образом напоминающего современную ядерную боеголовку. Был выпущен снаряд, который заключал в себе силу всей вселенной. Вспышка была яркой, как 10 тысяч солнц в зените. Древнеиндийский эпос Махабхарата. Мир уцелел, но сильно изменился. Даже всемирный потоп, описанный, кстати, не только в Библии, был далеко не главным последствием той войны. Сама Земля содрогнулась на своей оси и стала вращаться быстрее. Судя по календарям древних майя, раньше сутки составляли... О применении на Земле супероружия с удивительной схожестью рассказывают мифы многих народов мира. Африканских пигмеев, индейцев Южной Америки и древних кельтов. Древнеиндийские тексты описывают и летательные аппараты, так называемые виманы, с которых запускались смертоносные ракеты. Основываясь на этих довольно подробных описаниях, спустя тысячелетия специалисты НАСА сделали свои рисунки колесниц богов. Привилегия управлять летательной машиной велика. Знание о полете среди наиболее древних в нашем наследии. Дар от тех, кто наверху. Мы получили его от них, как средство спасения многих жизней. Хакафа. Законы древних вавилонцев. Thank you.
There are many other clues not only in occult manuscripts, but also in the Vedic literature, Puranas, and epics of India that tell of ancient civilizations with highly advanced technology. The anti-gravity craft of ancient India called Vimanas. The Vimanika Shastra even tells how to make them and many other details. These Vimanas were used to fight another even more advanced civilization from Atala, located at what was called the navel of the world. The inhabitants of Atala were bent on subjugating the entire world. Atala had developed better Vimanas than the Indians had. The great war that commenced was said to even extend all the way to the lunar surface.
ракеты, так называемые «Виманы», с которых запускались смертоносные ракеты. Основываясь на этих довольно подробных описаниях, спустя тысячелетия специалисты НАСА сделали свои рисунки колесниц богов. Привилегия управлять летательной машиной велика. Знание о полете среди наиболее древних в нашем наследии. Дар от тех, кто наверху. Мы получили его от них, как средство спасения многих жизней. Хакафа. Законы древних вавилонцев. There are many other clues not only in occult manuscripts, but also in the Vedic literature, Puranas, and epics of India that tell of ancient civilizations with highly advanced technology. The anti-gravity craft of ancient India called Vimanas. The Vimanika Shastra even tells how to make them and many other details. These Vimanas were used to fight another even more advanced civilization from Artala, located at what was called the navel of the world. The inhabitants of Artala were bent on subjugating the entire world. Artala had developed better Vimanas than the Indians had. The great war that commenced was said to even extend all the way to the lunar surface.
назад серия атомных взрывов едва не поставила точку в истории человечества. Всего взорвалось более 100 бомб, каждая в 25 раз мощнее, чем в Хиросиме. В ходе нескольких экспедиций специалисты из НАСА совместно с французскими учеными насчитали более 100 колоссальных воронок, напоминаний о той древней войне. Самая большая находится в Африке, 120 километров в диаметре, и она образована вовсе не упавшим метеоритом. В древних разрушенных городах Индии, Пакистана и Ирландии давно уже ставят в тупик археологов. Доказано, что все их жители погибли в буквальном смысле мгновенно, а их останки до сих пор излучают радиацию. Постройки же выглядят так, словно по ним прошлась ударная волна атомного взрыва. В Мохенджо-Даро, на территории нынешнего Пакистана, дома в районе эпицентра взрыва и вовсе сплавлены между собой. Он вызвал к действию совсем неотразимое, даже богами. Опаляемые сильным жаром земные существа сбегали в страхе, тяжело дыша. Враги падали, словно деревья, сожженные яростным огнем. И потомки колесниц падали там и сям тысячами. Древнеиндийский эпос Махабхарата. Эти слова были написаны почти 4000 лет назад. Индийский эпос описывает гибель харапской цивилизации и ее столицы Мохенджо-Даро от непонятного оружия огромной разрушительной силы, удивительным образом напоминающего современную ядерную боеголовку. Был выпущен снаряд, который заключал в себе силу всей вселенной. Вспышка была яркой, как 10 тысяч солнц в зените. Древнеиндийский эпос Махабхарата. Мир уцелел, но сильно изменился. Даже всемирный потоп, описанный, кстати, не только в Библии, был далеко не главным последствием той войны. Сама Земля содрогнулась на своей оси и стала вращаться быстрее. Судя по календарям древних майя, раньше сутки составляли... О применении на Земле супероружия с удивительной схожестью рассказывают мифы многих народов мира. Африканских пигмеев, индейцев Южной Америки и древних кельтов. Древнеиндийские тексты описывают...